Парад! Вот государственный флаг Российской Федерации, знамя победы, знамя 326-й Ростовской дивизии. Смирно! Равнение налево! В 10 утра 9 мая на площади начнется торжественный митинг. Государственный флаг страны, знамя победы и знамя 326-й Рославской краснознаменной стрелковой дивизии вносят военнослужащие войсковой части 84-680. Это особая честь. Командование парадом принимает военный комиссар Мордовии, полковник Игорь Тихомиров. Здравствуйте, товарищи! Свое приветствие в ответ рапортует сводный полк подразделений МВД, МЧС, Саранского гарнизона, кадетов и юноармейцев республики. Всего в этом параде примут участие около 1000 человек. Репетируют все от начала до конца. Возложение пока невидимого венка к памятнику погибшим воинам в частности. И каждый делает свою работу по подготовке к празднику. Рабочие натирают звезду, что обрамляет вечный огонь. И, пожалуй, самая зрелищная часть всего мероприятия. Игорь Тихомиров командует к началу парада. Знаменная группа прямо, остальные направо. Равнение направо. Шагу! Марш! Возглавляют парад офицеры из Ковылкинской военной части. Они идут под флагом военно-космических войск России. Увидеть во всей красе можно будет сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний, подразделений Министерства внутренних дел Республики, Росгвардии, кадетских корпусов региона, юнармейцев. Замыкают праздничный парад самые маленькие патриоты. Непосредственно парад по запланированному расписанию начнется в 10:45. Посмотреть его можно будет, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора. Выдерживать социальную дистанцию и обязательно быть в масках. В обход традиции все закончится здесь, на площади. Шествия на мемориальное кладбище не будет. Бессмертный полк пройдет в режиме онлайн. Начнется трансляция акции на канале «Мордовия-24» 9 мая в 15:00. Светлана Лашина, Павел Толобаев. Наши новости.